Добрый день, подписчики и гости моего канала. Сегодня в этом видео мы рассмотрим с вами, как образуется прошедшее время в немецком языке. Для прошедшего времени используются два глагола. Это глагол haben, иметь, и глагол sein, быть. Сейчас мы с вами посмотрим, как образуется прошедшее время с глаголом haben. Для начала мы посмотрим спряжение вспомогательного глагола haben. Иметь. Ich habe. Ich habe. Du hast. Du hast. Er, sie, es hat. Er, sie, es hat. Wir haben. Wir haben. Ihr habt. Ihr habt. Sie, sie haben. Sie, sie haben. Теперь, когда вы посмотрели, как меняется глагол haben, мы приступим к изучению, как сделать с помощью его прошедшее время. Глагол haben ставится на втором месте и изменяется в зависимости от местоимения. Дальше мы дополняем это предложение всем остальным, и в конце мы ставим основной глагол. В основном к глаголу добавляется приставка «г», и в конце ставится буква «т». Посмотрите пример на предложениях. Ich habe die Aufgabe gemacht. Я сделал задание. Wir haben lange in dieser Stadt gewohnt. Мы долго жили в этом городе. Но есть и исключения, есть сильные глаголы, которые не меняются в конце. Они в основном почти как выглядят как в инфинитиве, но добавляется приставка «г», и в конце остается окончание «эн». Поэтому посмотрите список небольшой, как они себя будут вести с глаголом «haben». Braten, gebraten. Жарить. Fangen, gefangen. Ловить. Halten, gehalten. Держать, останавливаться. Lassen, gelassen. Оставлять. Schlafen, geschlafen. Спать. Laden, geladen. Грузить, заряжать. Schlagen, geschlagen. Бить. Tragen, getragen. Носить. Waschen, gewaschen. Мыть, стирать. Heißen, geheißen. Зваться, называться. Rufen, gerufen. Кричать, звать. Essen, gegessen. Есть, принимать пищу. Geben, gegeben. Давать. Lesen, gelesen. Читать. Sehen, gesehen. Видеть. Helfen, geholfen. Помогать. Nehmen, genommen. Брать. Sprechen, gesprochen. Разговаривать, говорить. Treffen, getroffen. Встречать. Finden, gefunden. Находить.
singen gesungen. Петь. Trinken getrunken. Пить. Schneiden geschnitten. Резать. Schreiben geschrieben. Писать. Bieten geboten. Предлагать. Gewinnen gewonnen. Выигрывать. Schließen geschlossen. Закрывать. Wiegen gewogen. Весить, взвешивать. Ziehen gezogen. Тянуть, тащить. Liegen gelegen. Лежать. Sitzen gesessen. Сидеть. Stehen gestanden. Стоять. Hängen gehangen. Висеть. Исключение без приставки «г». Vergessen, vergessen. Забывать. Empfehlen, empfohlen. Рекомендовать. Beginnen, begonnen. Начинать, начинаться. Verlieren, verloren. Терять. А теперь мы посмотрим спряжение глагола sein. Запомним, выучим и будем знать, как он спрягается. Sein. Быть. Ich bin. Ich bin. Du bist. Du bist. Er, sie, es ist. Er, sie, es ist. Wir sind. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. Sie, sie sind. Sie, sie sind. Некоторые глаголы образуют перфект, то есть прошедшее время, при помощи вспомогательного глагола sein. Но в основном это глаголы движения, даже не в основном, а так и есть. Все глаголы движения будут употребляться с глаголом sein. Сейчас я приведу примеры в предложениях, и вы посмотрите, как образуется прошедшее время с помощью глагола sein. Das Heft ist vom Tisch gefallen. Тетрадь упала со стола. Wir sind mit dem Zug gekommen. Мы приехали на поезде. Er ist nach Hause gegangen. Он пошел домой. Посмотрите список, как они себя меняют. Gehen ist gegangen. Идти. Fallen ist gefallen. Падать. Laufen ist gelaufen. Бежать. Fahren ist gefahren. Ехать. Geschehen ist geschehen. Происходить, случаться. Sterben ist gestorben. Умирать. Kommen ist gekommen. Приходить. Gelingen ist gelungen. Удаваться. Verschwinden ist verschwunden. Исчезать. Bleiben
ist geblieben. Оставаться. Steigen ist gestiegen. Подниматься. Schwimmen ist geschwommen. Плавать. Fliegen ist geflogen. Летать. С вами был канал Deutsch Gut. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился, ставьте лайк. Всем до свидания. Всем удачи в изучении. Всех благ. Tschüss.